Zero. Да, сейчас попытался разблочить большой джинг, но парк несет. Центряк, а что-то у нас происходит. КП? Бывает, они... Нападают в боте у нас на Crystal Maiden. Подвязали ее больно под землей и просто джинг добивает. Антимакс. Да, Леша еще свое возьмет. Опять нападение у нас на пуску. Так, подпробить немного. Активировали землю. Есть бушевая граната. И ЦМ-ки здесь будет плоховато. Догнать бы. Догоняют. Джинг. Кари нет. Поэтому умирает также атакаш. Размен саппорт. Но я ему летел. Я тоже не поняла, потому что сейчас он попадает под бушвак, он попадает под дум, и, вероятнее всего, он отправится в таверну. И он, кстати, умирает без телепорта. Еще и ЦМ-ку, даблкил можно сделать. Ай-яй-яй. И параллельно погибает энчантрес в миду, но даблкил для буску. Поддушивают Йови. Есть ТП. Есть ТП, и темпларка должна умереть. Темпларка должна умирать, есть бушвак, подвязали орешек, больно. Очень больно. Я не искренне с тобой, соглашусь, потому что я думала, что они все-таки до конца додавят лешего, заберут. Так, разбивается, да. Вероятнее всего, энчантерс погибнет, конечно, за этот мув, но с другой стороны, команда оппонентов знает, что стаки... Так, а вот подвязали, кстати, чуваня. Нам немного не удалось. Остается арена под Марса. Нужен какой-то домашний уже. Прилетает антимаг. Леший растворился. И Джинг отсюда никуда не уйдет. Делают минус 2 командолонцы. Амка разультилась. А тут уже босс Ку. И останавливают ультимейт Crystal Maiden. Даблкил совершает, между прочим, Морф. И вот он. Да, он такой old man, который будет передавать знания. Выход на лешего хотят сделать. Блинк есть Марс, есть арена, но чуаня много дэмэджа, так что... Смотри, могут сейчас Дума, кстати, расчехлить, да, есть Холба, Акаши с Марсом вместе, копье пригвоздили, и Дум здесь уже не выживет. Да, и стрик еще прерывают. Дать попробовать как-нибудь. Нападение, кстати, на Чуаня у нас идет на верхней руне. Попали станом. Нужен просто дэмэдж, диаболики дамажут как-нибудь. ЖД сейвит и погибает у нас леший. Энчантрес отсюда навряд ли куда-либо уйдет. И ее тоже возьмут подарком. В стадии кача, да, и ждем вот этих... знаменательных файтов. Кстати, сейчас могут выйти снова на Йови на нижней руне. Отбирает он, конечно, инвиз, но его видно, и его просто распотрошили. Причем очень быстро. А вы, дорогие друзья, можете получить. Интересно, но талон пока рассчитывают для того, чтобы забрать Дума. Да, есть арена, у нас нападение происходит. Белка отлетает от молда, летит уже сюда леший. Дум Темпларкус, там хороший от Йови. И ультимейт ЦМ-ки. Ку-ку, больновато ему. К сожалению, погибает. Также отбирает у нас ЦМ-ка от Ингетуса. Прилетает Морф и готовы засолить ШДш. Это тоже неприятно. Неприятно для них оппоненты. И они расправляются 2 в 2. Но 2 спорта... Radiant are scanning.
Марс может пострадать, Дум есть, БКБ успел прожать, и ультимативные оценки не срабатывает. Сразу сбивает Пушваком, бегут дальше за Марсом, а тут ШД. И есть, кстати, Анипак Чуань, угрызаются Дума, маны у него нету, не спасти тоже нечем, подсейва никакого. Погибает у нас Дум, но стан хороший от Йови, есть ШД, Чуань, это Аегис только, и врывается Морф. И мы ждем продолжения. Ну, Темпларку, вероятнее всего, здесь никак не спасти, хотя есть арена от Марса. И, ой-ой-ой, Аббат, что ж ты делаешь? Расстреливает он Марса через бульварк. И бегут ребята дальше. ЦМК, кстати, байбак снова свернулась, может погибнуть без бая. Импетусы делают больно, но уходит на ХГ. Антимага тоже не так уж много ХП. Но если это заметит. Размениваются пока что только на Инча. А у них ответный смог. Так, ставится центряк. Дум идет первым. Видит Чуаня, Чуань, блин, блинкается следом. А тут уже влетает Марс. Ставится арена, погибает Йоуви. Плоховато. Боску также страдает. БКБ прожал. Не хватит демеджа. Хотя антимаг уже на подхвате. Энчантер следом повернул. И Куку тоже отправится за ними. Даблкил для антимага. Подловили белку на Йоу. И она уже отсюда тоже никуда не убежит. Это минус 4, только может выжить Морф. Старательно пытается. Но его здесь уже не догонят. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower. Боску, кстати, показывается сверху, видит кристалл Мейден, бушвак имеется, можно шокнуть шарпшутера, есть форсик, не додержали, ШД сейвит, но там ЦМ-ку уже не спасти. Почейзили дальше, энчантерс очень-очень плохо, пока что размен один в один. Да, чейзит, конечно. Ай, вижу, никакого есть, дасты успеют, успевают. ШД. Подарок. Или... И плюс вместо деревьев. Так, а Боску уйдет нападение, есть Дум на Темпларку. Бежит до конца под землей, а тут антимаг уже прилетел. Пытается как-то сделать, надо добить Темпларку, надо добить Темпларку. Темпларку добивает, и антимага поймали. Управления контроля какого нет, есть, конечно, Глейпнир. ЦМ-ка разультилась, но не достает до Дума. И Марс варенье раздает, конечно, демеджил. Леший погибает, Дум тоже может погибнуть, его здесь никто не спасет. ШД творит невероятное, на ЛКП отходит. Да, так и есть. А что, что, Марс остается здесь. Крипа разревилился. Пока тишина. Так, Глефнир, Дум пошел, сразу подняли под Еула, Мор, бежит к Шэдоу Демону. Кстати, Шэдоу Демон погибает, поставилась арена. Но как же больно Марку, есть Манта. И просто бить и выйти. Чуть-чуть на дистанции. Очень больно Дума. Ну, кстати, Дума еле пробивают. На самом-то деле ЦМ-ка должна погибнуть. Ее не отпустят. Анчимак отблинковывается из файта. И импетусы до конца. Джинк живет, пока живет. Ай, добил все-таки Марс. Он должен поплатиться. Если вы его отпустите, это уже будет не по-человечески, скажем так. Да, минус Марс. Трипл килл для Аббата. И ребята будут заходить. Пытаться на рак. Могут попробовать поймать. Ответный смог талон. Я не знаю, у них как будто красная кнопка с индикатором, знаешь, стоит. Так, Мор прыгнул на клиф. Бежит сразу Темпларк. Прожимает БКБ. Поймали Марса. Марса хорошая цель. Вырезали сразу ЦМ-ка. Улетает на лоу HP. Но ребята бегут дальше. Вгрызается антимаг Джинги. Джинка как бы как-нибудь подспасти, но подспасти. А, выживает. Смотри, что творят деревья. Минус 2 делают команда Darling за этот смол. Не потеряли Аегис, не потеряли ничего. Ну, только Дум был реализован. No.
The truth is all around you, but it hides from me. Так смотри, ребят, смог прожали. Сейчас, может, подерутся, если подерутся удачно, то купит трофею, не подерутся неудачу, не купят. А, видит, кстати, БКБ на Чуане влетает у нас сразу Морф. Морф вылетает в бэклайн. СМ отправляется в минус, байбака нет. Морф очень больно, надо выкатиться от БКБ. Хорошо. И тут продолжается разделиться файт, между прочим. Чуань минус. Как-то слишком легко, нет? Я вообще не ожидала, что... Это вот, ну, это файт, знаешь, проиграют, то проиграют, если выиграют, то еще играть. Ой-ой-ой, антимаг засолил, да, у нас? Так, позиция находится, видит энчантера, смогут подбайтить. Трапа взорвалась и вырывается в дум. Сразу же НСМ прожимает БКБ, не смогли ее убить. Лешему очень больно. Выдает станы Мор. На темпларку, темпларка в думе. Здесь столица арены выбегают и пока что шотают дума. Не очень приятно. Но если Игис Морфа чезит за ним, он пока отбивается. Линкенфер спасает. А дальше подпрятил. Да-да-да. Так, а это уже больновато. Антимаг вперед. И Марса можно подбить. А Вижена никакого нет, к сожалению. Антимаг Йоуви добивает. И здесь копье. Но лишь, скажем так, сократили дистанцию между Чуанем. Ой, антимаг. Это битва 1 на 1. Но вместе с Энчантресом копье пригвоздили. Антимаг пока что живет. Мана практически нету Марфа. Потихоньку, потихоньку, не хотят пустить Морфа, хотя спрятали, он один остался, и могут Алону сейчас забрать. У него есть Аегис, ну, есть 4 бая, ой, 3 бая уже. Пришел Леший, стан по ЦМке, ЦМка, Форсы, Глиммер, ШД улетел, найдут, не находят. Вижена нет, где Вижен? Не рискует. Есть Монта, Дум висит, Шива, Глиммер, Форсик, второй Форсик. Сейвят как могут, да, выживет. Это подсейв от саппортов. Йоуви, Йоуви, как-нибудь не попадает станом. Ну, если бы погибли. Да, в принципе, бай только у Морфа. Но ребята знают только про Байлишку. Так, Хекс. Хекс на Марса никак не помогут, подсейвил Шадоу Демон, да, есть и ул, тем более апнутый, он просто вылетает из этого файта. Морф под БКБ, влетает бэклайн, никого не находит и очень больно его тиммейтам. Леший должен погибнуть, не выживает здесь, да, и несуразно очень файт. Джинги пытается засолить Марса, параллельно у нас Морф подкатывается под копье, неудачно, один в один. Размен сейчас погибает, да. I've sundered this cabal. Dire's top tower is under attack. Вот такой расчет надо брать в плане. Radiant. Не знаю, мне кажется, здесь очень много зависит от того, где и как выступать. Находит, кстати, Кристал Мейден. Кристал Мейден погибает. Чуань есть форсик напоследок с БКБ. Арена остается от Марса, БКБ от Йови. Пригвоздили Энчантрес. Ой, как страдает ШД. А это так не надо. Ультимативная ку-ку не выживает. Погибает вместе с Энчантрес. Морф, что ж вы делаете? Морф отправляется, но есть бай. Есть бай, Йови успевает отлететь. Вот это тот самый момент, где я книг. Да, и смог, кстати, поражали, попытаются кого-то найти. От Талун тоже стоит на смогах. Ставится арена на Дума и Хекс. Думаю, можно сейчас, кстати, забить.
Ай, хорошо. У него, кстати, нету бая. Цемка погибает, у Цемки также нет байбека. В ответ антимаг Дума вгрызается. Как-нибудь выжить навряд ли получится. Дум отваливается без байбека. Файт продолжается потихоньку. Дарлинг ловит Чуаня. Чуань отблинкался. Шадоу Демон выживает с помощью Глимера. БКБ. Собираем лотусы. Наверное, случайно нажал. Буковшеда спасает. И бегу дальше. Копье. Бушвак. Ай, Морф погибает. Но у Морфа есть бай, если что. Но спасет ли это? Энчантрес уже совсем без маны. Здесь ее только добьют иллюзии. Их отпускают и чистят дальше. Ай, Йови. Вообще, да. Просто 90 секунд. С ледником первой. Хотят добить последний барак. Чуань. Отблинкался. Дум блинки. Ой, вот на реакции, на реакции. Так, есть хекс по Чуане, но прыгает антимаг вместе с Марсом. Ой, копью по двоим застали фиолетово, и Марфа центр пультила, ай, как больно, как неприятно. Байбеков нет, вгрызаются в Дума, ГГ, кстати, не пишут до конца, Белка отправляется наверно. И вот сейчас ребят принимают решение, что все, это конечное. Talon Esports. Victory. Dire's top tower is under attack. First blood. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Where's my pigeon? All right, Doom. We can all. Radiant's middle tower is under attack. The cinder gust blows. Radiant's middle tower has fallen. There's another. What were you expecting? I fall to the seven hells. I'll send you screaming. All I can give us is a chance. Lost rotor control! Dire's middle tower is under attack. In the Book of the Dead. Thank you.
Double kill. This is my view. Penny, surround this thing. Things are you. Triple kill! Radiant are scanning. I can't hear you. Dire's top tower is under attack. No! Even the grasses deserve to eat. Come out! I don't hear you. Hot Dire are scanning. Radiant's middle tower is under attack. I trust everyone was out of sight. We can all dominate. Dire's bottom tower is under attack. I'm in trouble. Dire are scanning. So you must be another one of Terrorblade. Dire's bottom tower is under attack. Lord Hubbard's electric guy! Radiant are scanning. I swore I would not die unavenged. Die as I lived. Only the wary. I want rich! All lined up for another shot? Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Arcane power! Radiant's middle tower is under attack. Use the might! It's time! What happened? Your legs not working? Radiant's middle tower is under attack. Yeah.
Radiant structures. Dire are scanning. Radiant are scanning. Radiant's bottom tower is under attack. The might. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Make a sound. Stay where you are. Radiant structures are fortified. Have another! Seek! Radiant's bottom tower is under attack. Structures are fortified. Spirits brought in patience. You think you fool me? Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Dire's top tower is under attack. I admit. Unstoppable. Radiant's courier has been killed. Radiant victory! Heart. Yeah, son of bitches! You
fought and died with honor. Radiant structures are fortified. I trust everyone was out of sight. Holy shit! Shit! You've been dragged. I can't get... Dire structures are fortified. Dire's middle tower is under attack. I die! Radiant's bottom... Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. I'm burning up! What's that mean to you, lady? Greetings! Shadows, take us. Your form returns from whence it came. Radiant's top tower is under attack. This changes nothing. I think I swallowed a frog! We can reach the underscape. Give the praises, regard. Dire's top tower is under attack. Structures are fortified. Radiant structures are fortified. Tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Another? Dire's middle tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Is under attack. Manage. Roshan has fallen to the Dire. Dire's middle tower is under attack. I take Dire's middle tower has fallen. Very proud of me. Another bounty from the vault. Ha ha ha!
Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Hey, you! The circle of death! Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's structures are fortified. Radiant's middle barracks has fallen. Radiant's top tower is under attack. Don't delude yourself. Spirits rot your patience. Radiant's bottom tower is under attack. It's time! Tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Gather round. Radiant's top barracks are under attack. Radiant's top barracks has fallen. Triple kill! You were doing very well. This is a very good opportunity. Radiant's top barracks has fallen. The Dire now have Mega Creeps. Radiant's middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Blasted core. Dire victory.